Чуть-чуть вот здесь сдулось, Дин. Чуть-чуть. Если бы ты взяла на скорости обруч, ты чуть-чуть выдохнула, и вот это тебя сбило. Знаешь, ты делаешь туда вот этот вот риск, а у меня сразу сердце опускается. Думаю, сейчас опять этот поворот. С чемпионата мира прошло чуть больше недели, но Дина и Арина Аверины снова на ковре. Они доводят до совершенства ту же программу, которую показали в Софии, словно только что не доказали всему миру. Они лучшие. Но уже завтра новые соревнования, теперь в Японии. Их тренер говорит, эти состязания важны не меньше мирового чемпионата. Будет большой позор, если мы хоть раз проиграем. Еще во время Алины Кабаевой, Яны Батыршиной, я ездила с ними на эти соревнования. Это больше 20 лет все идет. И мы еще ни разу не проиграли. Дина и Арина словно зеркальные отражения друг друга. Даже заколки на волосах приколоты одинаково. Когда обе гимнастки на ковре, возникает эффект оптической иллюзии. Отличить Арину помогает только пластырь на плече. Последствия недавней травмы. Она старше Дины на 20 минут, но мягче и будто стеснительнее своей сестры. В их тандеме главная Дина. Тут я уже вот 7 лет с ними. И могу сказать, что одной бы без другой не было однозначно. Очень большая связь, и у них такая договоренность. Все в семью, все в общую копилку. Если ошибается одна, не дай бог, тут же вторая становится на ее место. И связь очень такая космическая, наверное. Вы конкурентки или вы одна команда? Нет, как мы никогда не соревнуемся друг с другом. В первую очередь я соревнуюсь сама собой. Да, я сама собой. Да. Мы, наоборот, поддерживаем, мы одно целое, мы семья, и мы только помогаем друг другу. Они тренируются вместе, но выступления друг друга не смотрят никогда, даже по телевизору. Я стараюсь вообще отключиться, не слышать ни музыку, ничего, но и мысленно прохожу как бы упражнения с Диной. Да, ну а я вот выступила, и через одну девочку, Ариша, я все, там, села в уголочек, закрыла уши, глаза, и то есть про себя такая: так, дыши спокойно, да, не волнуйся, ей все передается. Волноваться есть за что. Последние десятилетия художественная гимнастика стала сложнее. Это уже и акробатика, и жонглирование, и танец. Не сравнить с плавностью спортсменок 20 века. Произвольные упражнения со скакалкой выполняет ленинградская студентка, представительница команды «Буревестник» Дина Кабакова. Технически сложные упражнения Кабакова выполняет легко, с большим мастерством. Зритель стал более требовательный и на стадионе хочет получать такие же яркие эмоции, как, скажем, в кинотеатре за просмотром боевика. Следить за полетом тяжелой булавы, которую Дина должна поймать за спиной, не глядя, и правда волнительно. Но ситуация, произошедшая с ее сестрой на чемпионате мира, и вовсе спортивный детектив. Во время выступления ее лента завязалась узлом. Арина взяла запасную, приготовленную организаторами, но и та сломалась. Трибуны поддерживали как могли, а судьи не дали возможность повторить выступление и снизили балл. Я надеялась, конечно, что можно будет хотя бы переделать, но в правилах это не написано, поэтому... Ну, может быть, изменят правила теперь? Как? Да. Может быть. Да. После этого случая, думаю, они пересмотрят. На самом деле, эта история лишь добавила рейтинг российским гимнасткам. В интернете расходятся ролики с фотографиями близняшек, на которых видно, как они взрослели и становились настоящими звездами. Тренировка закончена, сестры собирают сумки. Скоро самолет, надо успеть уложить вещи. Девушки показывают нам маленькую комнату тренировочной базы, где в строгом режиме они живут по несколько месяцев, редко выходя за территорию. Если не придет чемодан, но такое очень часто бывает, то надо, чтобы было все с собой. То есть все самое необходимое надо класть в ручную кладь. Сестры по девичьи любят рассказывать о своих спортивных нарядах. Купальники – важная часть образа. Портнихи шьют их, обязательно слушая музыку для упражнения. Ой, самый красивый петрушка мне нравится. Ой, боже. То есть тут как, ну, мы хотели создать образ, что это рубашка. То есть это такая рубашка обычная. Вот же. Да, но это открывается. То есть тут солнышко, а сзади вот как раз-таки петрушка. Арина показывает сверкающий костюм итальянского франта для выступления под «Фигаро». А этот смелый образ только для показательного выступления. Он светится, что противоречит международным правилам. Это что-то новое, и пока не разрешили выступать. Да, мы надеемся, ну, было бы что эффектно, что в будущем. Раз что-нибудь делаем,
зажигается. Сейчас их жизнь проходит в основном в Москве, но сестры учатся в Петербурге. А мастерство осваивали в петербургской спортивной школе Олимпийского резерва, где осталось много друзей. Встречи с ними теперь в основном по скайпу. Сборная России стала еще одной семьей, в которой не соперничают, а искренне дружат. Постороннему в это сложно поверить, пока не увидишь, какие подарки гимнастки дарят друг другу. Например, набор миниатюрных открыток с трогательными словами и пожеланиями. Ты на своих хрупких плечах держишь весь мир. Фотка с того чемпионата мира. Очень крутая. Подарки друзей и плюшевые игрушки помогают в дальних поездках, говорят сестры. Они грузят чемоданы в микроавтобус. Впереди долгое путешествие в Японию. Девчонки, ну пока. Удачи. Спасибо вам. Большое. Будем болеть за вас. Спасибо. Давайте так. После отъезда петербургских гимнасток тренировочная база опустела. Большинство спортсменов отдыхают и набираются сил. Ну а после выступления в Японии новые звезды художественной гимнастики. Сестры Аверины отправятся в путешествие со своими родителями. Семья важнее титулов и медалей. Евгения Альтфельд, «Пульс города», Москва, база Новогорск.